Привет всем, дорогие друзья, с вами Ночная Пума. Сегодня я поиграл в Запуск Дайл, это будет сейчас вторая часть про обновление. Сегодня я покажу, что добавили в обновление такого интересненького. Еще, кроме Гиги. Так, давайте заодно выполню задание. Так, посмотрим, что-то мы говорили, что какой-то гигантский урон добавили Анфиле, давайте посмотрим. Нет, ничего не добавили такого. Ну, вроде бы добавят, кстати, разработчики вроде бы что-то упоминали, что добавят супер урон анкилозавру. Который половина хп будет уходить. Ой, то есть не хп, а остальные. Я не могу скарабкаться. И что хочу сказать, что, наверное, я не буду копить на гигу, потому что гига уже практически у всех есть. И кому... Ну, когда... К тому времени, когда я ее уже куплю, она будет никому не интересна. Поэтому сами поймите меня. Я, наверное, так не поступлю. Я же не буду деньги копить, потому что надеюсь, что Камару добавят в следующем обновлении. Или Пуэрто, или Камару. Или Апата. Не знаю. И все. Представители длинношеих динозавров. Ну, конечно, бы было очень классно, если бы добавили Камару. Я даже не имею понятия, кого добавят. Может быть, Гигу, конечно, сделают больше. Но пока что ничего не знаю. Ничего по поводу следующего динозавра. Ну, как что-то будет известно, я вам сообщу. Давайте погнали что-нибудь там дерёмся. Это, если что, та девочка, которая хотела ко мне в друзья. Она тоже к нам пришла. Но не такая популярная, как я. Да уж. О, смотрите, Баря. Давайте поубиваем. Я чуть не... Не, ну вы видали, что? Что за бред? Я, которая не может определиться с жертвой. Он
видно, что не хочет умирать, но... Я не знаю. Русские не сдаются. Марик, если ты смотришь меня, то прости. Прости, но я умею. Не придется это делать. Так как сегодня я вообще хотела гигантозавров убивать. Гигантозавров. Ну он вышел. Смотрите, ребята, он прибегал и вышел из игры, вот это он сейчас уходил. Ну, что, блин, отрушливая, ну. Вот кто-то, это кто-то на центре тут сидит, сейчас, ну, погнали, чё. Ребята, это Гига. Гига, тебе хуй. Гигасильная, кстати. Ну, нормасик так. Если бы она была адотом, она бы убила меня. Какой-то мелкий паразит пытается кусить меня. Такая грома, махина просто несется и бьет своим хвостом булавой. Вот этот баг, это просто, это я не знаю, это
Капец, конечно. Он засранец, конечно. Вот он топает. Я убила его, ребят, это было очень сложно, скажу вам, да, очень, реально. А днем его вообще не разглядеть. Ну, скотина, ты доигралась просто. Кстати, хочу напомнить вам о том происшествии с Настей. Помните Анастасию? Думаю, многие ее знают, она очень хотела попасть на видео ко многим, и вот недавно я ее встречаю. Ну, это не то чтобы недавно, а, наверное, осенью вот этой. Не помню точно когда, но, в общем, встречаю я ее, и она мне говорит: «Слушай, ты как-то смеешь со мной разговаривать, ну, типа такого. Что ты меня опозорила, что такое, из-за тебя со мной никто не хочет дружить». В общем, и я ей такая говорю: это когда я тебя опозорила, я тебя, ну, типа, я про тебя ничего плохого даже не говорил. Вот подтвердите мои слова, я ни про кого плохого ничего говорю, про кого-то конкретного я вообще ничего никогда не говорю, ребята. Ну, вот если про игроков, которые меня достают в игре, то да. Но так вообще, с конкретной ники этих игроков я не называю, ребят. Поэтому, ну, поймите, что я никого тут не позорю. Мой канал только для того, чтобы развеселить людей. Какие-то новости здесь у меня, какие-то... радостные события, истории. Кстати, хочу выпустить ролик страшилок из моей жизни в честь каникул осенних. Они очень скоро, это буквально послезавтра будет. Не знаю. Поэтому вот. Ну... А теперь вернемся к Насте. В общем, она говорит, что вот ты меня опозорил. Я говорю: когда такое было, дорогая моя? Она говорит: ну, я сама толком не видела, мне кто-то там это сказал. Ну, так вот, я и говорю: ну, кто такое тебе сказал? Я про тебя такого ничего не говорила. Она мне говорит: ну, я не знаю, мне сказали. В общем, я ей все объяснила, что ничего я такого не говорила. Про нее не позорила ее никаким образом. И все было хорошо. Ладно. Ну, собственно, вот. Поэтому, если, Настюха, ты меня смотришь сейчас, то знай, что я тут никого не позорю. Ни на кого не наговариваю всякую муть. Нет, нет, такого никогда. Никогда бы я себе не позволила про кого-то что-то плохое говорить. Если только меня кто-то реально сильно разлюбит,
ему в реальной жизни что-то скажу. Но это только в реальной, на канале никогда. Запомните. Запомните, друзья мои, никогда. Запомните, ребяточка. Здесь никогда. Убила поганца. Поэтому, ребят, если вам кто-то что-то говорит, то я кого-то позорю. Нет, никогда, никогда. Я на этом канале не для того, чтобы осквернять имя другого человека. Пожалуйста, запомните. Пожалуйста, не надо. Все претензии. Ну, кто-то кому-то что-то сказал, потом все претензии ко мне. Поймите, пожалуйста. Не хочу, не хочу. Не хочу, чтобы так было. Зачем мне такое? Может, конечно, Настя себе сама это все напридумывала. Не знаю, может, нет, я вообще ничего не знаю об этой ситуации. Мне сказали, я делаю вывод из того, что мне сказали. И, собственно, вот, вот. А в обновлении, кстати, ничего не добавили такого интересного больше. Не добавили. Ну что ж, поэтому делать нечего. Ну а я вернусь за другого динозаврика. Буду выживать уже за него. Я пришла за Троодона, сейчас поищем кушанье нам. А вот барик, маленький барик. Ой-ой-ой, он с ним оказывается. Жаль, я бы покушала. Не отказалась бы хорошо покушать. Кстати, ребята, вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, копить мне на гигу или нет. Потому что, если вы хотите увидеть, как я играю на гиганотозавре, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Потому что я не знаю, я, наверное, не буду копить на нее. Ну что, ну, у всех она практически есть. Не, ну вы дали, ну и баг. Капец.
страшно. Ой, блин, страшно. Ой-ой-ой. Еще и если сюда еще и сейчас сарку прикатит, будет вообще круто. Например, как рассказать, делать ролик, где меня можно найти, в каких тайных местах меня можно найти. Или в каких тайных местах, не знаю, многие динозавры, где прячутся другие. Но не буду выдавать нычки. Свои, чужие, всех вообще. Поэтому лучше все это ставлю на секрете. Но, ребят, если вы хотите все-таки, чтобы такой контент был на моем канале, то обязательно пишите об этом в комментариях. То я же не знаю, что вам интересно смотреть. Можете какие-то свои идеи, в принципе, там написать. Все зависит от вас, потому что вы мне подпишите. Я делаю ролики именно для вас. Я решаю, что вам будет интересно, что вам понравится. Поэтому вот сейчас, если кто-то скажет, ой, да ладно, ты там какая-то блогер, ты гордишься собой, никто тебе не нужен. Нет, а так говорят некоторые люди. Мне причем говорили. Нет. Нет, ребят, поймите, что я... Вообще, зачем люди создают каналы? Их создают, чтобы развлекать людей. Развлекать. Никто не славит себя. Есть такие люди, которые славят себя этими каналами? Но я не с такой популярностью. Разработчики, я сейчас увидела этот баг, про который говорили другие. Это баг, когда ты замираешь на месте. Я сейчас просто ругнуться хочу, потому что это хуже. Это, я не знаю, это самый худший баг, который может быть в игре. Кстати, из-за обновы хочу сказать, что очень сильно стало меньше. Там, например, демон, если ты меня смотришь, то ты ушел из игры зря. Вот, видела, твой брат писал, или кто там, не знаю, кто тебе там писал, что ты аккаунт свой забросил на время зря. Смотрите, читай, малыш. Задел. Задел. Еще пару ударчиков, и я мертва.
сидел. Ура. Ура, ура, ура. Не попал вроде бы, не знаю. Отступаю. Для тех, кто не знает вот этот баг с замедлением, исправить можно только тем, что вы остановитесь, если. Ты серьезно? Ты серьезно? Он бежит на меня. Пока, бэби. Прощай, буду бай. Он спит. И бежит ко мне. Опять. Ладно, поменяем этого тарантула. Возражалась с ним немножко, но он меня все-таки победил. Я не смогла его задавить и потрясать. Жаль. Вот пара. Он, кстати, выздоравливал уже. Слушай, тебе мясо-то пропало. Ну что, значит, пора реально на охоту. Так, погнали. Сейчас мы найдем. Не, ну вы видите. Вы видите сейчас, какой это опасный баг? Вот серьезно, это очень опасный баг. Вон тут короче. Thank you.
это очень страшно. Это реально было очень страшно, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, это было страшно. Это реально было очень круто. Ну что, погнали мстить тому маленькому драку. Он, конечно, маленький, но очень сильно оказался. Ну, знаете, я... никого в друзья, не. Знаете, я совершенно не умею играть. Трак оказался уворотливый. Вообще, мне даже обидно, что он меня с трех ударов убил, ребята. С трех ударов меня, Тарадона, взрослого адолта. Почему? Вопросик. Почему? Почему? Как? Каким образом он такой сильный? Это нечестно. Кстати, про Анастасию, про Настю, которая, с которой мы поссорились, про которую сегодня речь шла. Как раз. Вот тут все это произошло, а вон тут тарачонок. Мелкий засранец. Всем пока и всем удачи, ребята. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, этот ролик. Желаю вам удачи и хороших оценок в этой учебной четверти.